Всем привет, ребят, с вами Аня Вдольник. И сегодня за то, что вы на прошлом видео набрали очень много лайков, ко мне снова приехала бабушка. Здравствуйте, ребята. Мы будем сегодня с Олечкой сниматься. Присылайте лайки. Ну лайки, нет, не присылайте, ставьте лайки. Ставьте лайки. Лайки. Не лавки, а и лайки. Лайки. Ну можете и лайки. Ну ничего. Но можете и лавки поставить. Да. Шучу. И напишите крутой комментарий, подпишитесь на канал, если вам нравится, если вам нравится. А если вы хотите, если вам понравилось видео, то поставьте лайк, напишите коммент. Ну а если поставите лайк, то фон придет. Коробочка в ней будет. Вот так пусенькая листик, он говорит, для чего он листик? Скажи, для чего нам листик? Для телепортации. Да, да? Телепортации. Это, берете этот листик, телепортируясь, куда захотите. Просто взмахнете. В страну, да? Да, вот просто. Так вот, ребята, ну Лида, что будем делать? Давай. Вставать? Да, давай, Лида. Отойдите, я вставать должна по-своему, потому что мне трудно вставать. А почему трудно, вы спросите, ребята? Да потому что уже возраст такой тяжелый. Да пошли, Нита, пошли, пошли. Лида, может быть, что-то интересное придумаем, прикольное еще? Может быть, еще что-то прикольное поделаем. Что мы здесь будем смотреть? Что-то кушал конфеты. Давай, давай сыграем решетка. Да, смотри. Вот сюда. Садись. Да, садись. Я тебя открыть. Давай, давай. Поддержите мою бабушку лайком, даже если вы не хотите листочек, потому что она. Вот так. Ну, я съела. Ну. Вот так. Вот это перетягиваем, ребята. Садись рядышком. Давай сыграем вот в эту лаванушку. Давай, положись. Если ты сможешь. Сможешь? Как? Давайте. Поставь вот так. Не так, вот так надо. На перетрес. Ребята, вы умеете так играть, как мы? Что мы еще показываем, ребята? Вот такое движение. Хочешь? Поставь. Не хочешь? Ребята, давайте напишем в комментариях. У вас крутая бабушка или дедушка? Или мама? Ну да, напишите в комментариях, у вас крутая. Если у вас крутая, то напишите хэштег бабушка, хэштег мама. И в конце напишите хэштег мама, бабушка, которые там хотите. Круть. Хэштег. Как вы считаете, я крутая бабушка или нет? Да? Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Так, я, по-моему, неплохая улёвая бабушка. Давай. Давай, я могу покататься вот так в кресле. Давай. Давай. Ребята, сейчас покатаем Лиду. Давай, поворачиваем. Мой стульчик. Давай. Нет, возьми камеру. Вот так поставь, смотри. Вот так держи. Поехали. Так меня не видно. Что-то видно. Убери пальцы. Комната так. Мы поехали. Лицо подставь. Лицо? А куда его подставить? Камеру, чтобы тебе было видно. Ребята. Давайте посмеемся, ребята. Я давай уже вставать. Я на самолете лечу. Ай! Что такое? Да, наступила вот это. А что будет? А ты опять послушаешь. Окей. Спасти!
давай, я буду пас и гол! Я вот так буду кататься, вот. Вот так. Давай руку. Раз. Давай, встаем. Ай! Ты думаешь, бабушка слабенькая? Давай руку. Вот она как. Вот она как. Вот она как. Вот бабушка как умеет. Не думаешь? Давай вставать. С Тиня подъедем, и ты попробуешь встать. Ну, так, подъедем. Куда подъедем? К Стене. Давай. Ну, теперь... А ты делай! Издевалась надо мной! Самое хорошее время! Так, крепко стоим. Ребята, давайте, шлите лайки ваши. Потому что любят очень надо. И это вам принесет. И это ребятам принесет. Лида, я придумал. Сейчас. Ребята, постойте секунду. Но это заслуживает того. Кто это такой? Из какого он мультфильма? Это дракон. Тихо. Ну да, из какого мультфильма? Подсказка. Ребята, вот это не хотите? Ай, здравствуйте, ребята. Ой, какой страшный все. Ой, он кричит так. Попа чешется. Ну ладно. Дальше что мы покажем? Ванёк! Ребята, а вот смотрите. У нас должно быть живу. Смотрите, какая. Ванёк! Как у тебя дела, Ванёк? Это Ванёк? Нормально, блин! На тебе шау! Ау, блин! Ой, как он кричит нехорошо. Так. Я сейчас его запру в тюрьме. Не тряси, бедного. Он плачет. Смотрите, кто. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Он смеется сам. Давай. Ну, такую собачку я могу подарок принять от тебя. Хочешь? Мне нравится эта собачка. А ну, покажи. Покажи мне это, какая игрушечка. Ты знаешь, я люблю игрушечки маленькие. Ну, окей, ребят. Ой, это такое хорошее создание. Вот эти две игрушечки можешь мне подарить. Здравствуйте. Ну, окей. Ребяточки, смотрите. Вам нравится? Угадайте, кто это, а кто это? Ну, это они не угадают, это просто мне купили, а вот это можете отгадать. Собачка. Но это просто дополнительная фигня. Ну, окей, ребята. И пацаны, и девчонки. Всем спасибо за просмотр. Давай покажем игрушки, ребята. Ну окей, давайте уже. Смотрите, вот что у меня еще есть. Не спасибо за просмотр. Ну, спасибо, конечно. Смотрите, это вот. Кто? Пока. Это зайчик. Да, это из того же мультфильма, что из этот. Собачка. Ну, всем спасибо за просмотр. Сегодня будет короткометражный фильм. Да какой короткометражный? Да, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Bye-bye. Да.